Russian калач. Gastronomic map of Russia. Круглый фаршированный калач-сэндвич приехал к нам из Тулы. А это уже наш с пылу, с жару донской круг. Футбольный курник-мяч. Осторожно, очень вкусный. Это настоящий русский курник. Это блинный пирог, в котором очень много начинки. Есть курица грибы, есть кита моцарелла и куриная печень. Ароматами с ритмами босса-новы зазываем главных танцоров теперь уже и Ростова. Бразильских болельщиков Джефферсон, Самвел и Сабрина приехали из сериального города Сан-Паулу. Здесь всего день, и наши курники пробуют впервые. Нам нравится холодный суп, все виды рыбы и водка, конечно. Это федеральный проект, который предполагает ознакомить наших туристов, гостей с кухнями тех регионов, где проводится чемпионат мира. Это 11 регионов, которые представили свою национальную кухню. Футбольных мячей с логотипом фестиваля в дар болельщикам. Перепечье, чпачмак, зурбелеш, пачат. Так хорошо гастрономическую карту России не знают даже местные. Национальный колорит стритфуда умещается на ладони, и это важная деталь быстрого питания на фестивале. Узбекский плов понравился тем же бразильцам, напоминает родную кухню, рис с овощами. Но наш Red Soup в топе их донского меню. The soup, brush. Суп? Нет, борщ. Так называется? Пельмени? Это прекрасно. Водка и пиво. Вкусно. Элитный среднеазиатский рис, желтая морковь, нут, изюм, барбарис, пахучие специи. Под парку на полчаса. Сегодня это плов согласия, дружбы и победы. Рис рассыпчатый благодаря балансу масла и воды плюс любви. Рецептами повара делятся неохотно, зато угощают всех желающих. Хоть плов называется донской, но рецептура у него узбекская, а настоящий узбекский плов едят руками. Как правильно его есть? Вот вы его собираете, вот я вам покажу. Вот так кучу собираете. Ага. Вот так. Вот получилось. Юлия Сурикова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону.